Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня в этом ролике мы обсудим, выучим главные основные цвета на английском языке. Также продолжим изучение нашего алфавита, выучим новые слова и разберем их, уже используя неопределенные артикли «э» и «н», которые, кстати, мы выучили в предыдущем видеоролике. Если, кстати, кто-либо пропустил предыдущий ролик об артиклях, смело можете проходить по данному линку или же можете найти видео про артикли среди всех моих остальных видео. Итак, в английском языке слово, которое означает цвет, это color. Есть color, который оканчивается на or, то есть or, и есть color, который оканчивается на our, то есть or. Оба эти написания правильны. Просто разница в том, что первое слово color, которое оканчивается на or, больше используется в американском английском. А color, который оканчивается на our, our, более используется в британском английском. Просто американцы придерживаются более экономичного и фонетического написания. Буквы, которые не произносятся, они пропускают и записывают слова ближе к своему звучанию. Итак, what color is it? Переводится как какого это цвета или же какой это цвет. What color is it? It is red. It is red. Это красный. Red – красный цвет. Кстати, заметьте, перед словом red я не употребила никакого артикля, потому что red – это прилагательное, а после прилагательного нет никакого существительного. Поэтому, когда мы говорим просто о цвете, it is red, там артикль не нужен. Но если я поясню, что красного цвета, например, яблоко красного цвета, то там уже будет это красное яблоко. It is a red apple. Тут уже я использовала неопределенный артикль a перед прилагательным, так как после прилагательного идет существительное apple. What color is it? It is blue. It is blue. Blue – синий цвет. What color is it? It is black. It is black. Black – черный цвет. What color is it? It is yellow. It is yellow. Yellow – желтый цвет. What color is it? It is green. It is green. Green – зеленый цвет. What color is it? It is white. It is white. White – белый цвет. What color is it? It is pink. It is pink. Pink – розовый цвет. What color is it? It is gray. It is gray. Gray – это серый цвет. И, кстати, в американском английском и британском английском их написание немножко отличаются. В Америке пишут через букву A, а в Британии пишут через букву E. Оба написания правильны. What color is it? It is brown. It is brown. Brown – это коричневый цвет. What color is it? It is orange. It is orange. В английском языке слово orange обозначает как апельсин, так и оранжевый цвет. Ну, как будто апельсиновый цвет. Так, orange – это оранжевый. It is orange. What color is it? It is purple. It is
purple. Это фиолетовый. Purple – фиолетовый. Кстати, фиолетовый цвет, для фиолетового цвета они еще используют слово violet. Violet – это тоже фиолетовый цвет. Теперь давайте конкретно рассмотрим изученные нами цвета со словами, которые мы выучили во всех предыдущих роликах. What is it? Что это? It is an apple. Это яблоко. What color is it? Какого цвета оно? It is red. Или же it is a red apple. Это красное яблоко. What is it? It is a bag. It is a bag. Это сумка. What color is it? It is blue. What is it? It is a cat. What color is it? It is black. It is black. Он черный. What is it? It is a dog. It is a dog. What color is it? It is brown. It is brown. Он коричневый. What is it? It is an egg. It is an egg. What color is it? It is white. It is white. What is it? It is a fish. It is a fish. What color is it? It is orange. It is orange. What is it? It is a jug. It is a jug. What color is it? It is pink. What is it? It is a lemon. It is a lemon. What color is it? It is yellow. It is yellow. What is it? It is a kitten. It is a kitten. What color is it? It is purple. It is purple. What is it? It is an insect. It is an insect. What color is it? It is gray. It is gray. What is it? It is a hat. It is a hat. What color is it? It is green. It is green. Теперь давайте продолжим изучение нашего алфавита. И на сегодня первая наша буква – это буква М. Буква М обозначает согласный звук М. М. И слово, которое мы сегодня должны выучить на букву М, это man, man, мужчина. Буква Н обозначает согласный звук Н. Слово на букву Н – not. Буква О – это гласная буква, которая в открытом ударном слоге обозначает звук О, например, в слове no – нет. Или же в слове go – идти, ходить. В закрытом же ударном слоге буква О обозначает звук О. Например, в слове not – not. Это отрицание, которое обозначает нет – не. Он – предлог места, который означает на. Например, it is on a table. Оно на столе. В безударном же положении буква О читается как звук «э» или же вообще не читается. Как, например, в слове lesson, lesson. Мы не прочитаем данное слово как lesson или же lesson. Нет, отнюдь это будет слово lesson, lesson, что означает урок. Слово, которое мы сегодня должны выучить на гласную букву O, это orange,
orange – апельсин. It is an orange – это апельсин. Согласная буква P читается как звук P, P. И слово, которое мы должны на сегодня выучить на букву P, это pen, pen. Pen – это паста. Буква Q. Буква Q – это согласная буква, которая всегда встречается в буквосочетании Q и U и читается как звук кв, кв в ударном слоге. Например, в слове quiet. Quiet – это вполне, совсем. И сегодня мы должны выучить слово queen. Queen означает королева. Согласная буква R читается как звук R, R. Слово на букву R – red, red. Red, мы уже как выучили прежде, это красный цвет. Буква S. Согласная буква S читается как звук S в случае, если она находится в начале слова, как, например, в слове say – говорить. Или же перед согласными. Story – story – история, рассказ. В конце слов, после глухих согласных, буква S также читается как звук S. Desks – desks – письменные столы. Буква S читается как звук Z. В конце слова, после звонких согласных и гласных. Например, в слове pens, pens, ручки. Как я уже сказала, слово pen – это ручка, а во множественном числе будет pens, ручки. В положении между гласными буква S также читается как звук Z. Please, please, пожалуйста, please, пожалуйста. Слово, которое мы должны выучить на букву S, это слово sun. Sun. Sun означает солнце. Давайте теперь посмотрим, как пишутся эти буквы. Большая буква M. Маленькая буква M. Еще раз. Большая буква М и маленькая буква М. Большая буква Н. Маленькая буква Н. Большая буква Н. Маленькая буква Н. Большая буква О. О, маленькая буква О, большая буква О, маленькая буква О. Теперь большая буква П, маленькая буква П, большая буква П, маленькая буква П. Большая буква Q. Маленькая буква Q. Большая буква Q. Маленькая буква Q. Большая буква R. Большая буква R, маленькая буква R. Еще раз. Большая буква R и маленькая буква R. И напоследок большая буква S, маленькая буква S. Большая буква S и маленькая буква S. Теперь давайте послушаем аудиозапись с новыми буквами и со словами.
М. М. Man. Н. Н. Nut. О. О. Orange. П. П. Pen. Qu. Qu. Queen. R. R. Red. S. S. Sun.